Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Batman Arkham Asylum. Остановились мы с вами на логове Крока. Логове Крока, нам Дастан Бастон подсказал, я не знаю, что это за имя такое, Дастан, надо перевести будет, Дастан Бастон. Вот так он нам подсказал идти. Ну, нет, ну чё, это особо не помогает. Что это все равно, да, хрень какая-то, ну ладно. Короче, смешной Крок этот очень оказался. А чё наш этот не бегает? Почему он не бегает? А, вот как бегать, понял. Бегать что это? Бегать нельзя, да? Пи-пи-пи-пи, нахрен, это пи-пи-пи, пора пасту давить, так бегать нельзя. 43, 42, 40. Ну ладно, слышишь? Где гниль, где? Да отвали ты от нас, ты лягушка переросток. Ну, так, нет, 20 метров. Вот это херь. Сколько можно эти слизи собирать уже? Вот мы собрали 3 штучки, да? Ну, куда бежишь? Да хочу и бегу. Сейчас, видимо, драться будет. Ты мой Бэтмен. О, и что же здесь делать? Пробелом собирать споры, вот что делать. Чё ты разрушил нам мост? Так, еще одну слизь надо собрать, да? Охрененная игра, конечно. А как мы пройдем-то там вообще? В смысле, как ее пупок нахрен? Вот так как мы пройдем. И прям в воду. Молодец. Тебя ждут уже. Пошел ты, знаешь куда, фуфел вонючкин. То есть был когда-то человеком. Ты посередине делай тогда эту фигню. На куда? Трубу тогда. На какую трубу нахрен? Вон на ту. Вот так он действительно. Че ты там своими граблями? 195, 193, 192. Зашибись, какой-то опыт. Где фуфел? Что это такое? Я что-то ничего не понял. У нас что, миссия усложняется? Если понтон, на котором вы находитесь, начинает трястись, убегайте как можно скорее. Слушай, до того, как убийца Крока разнесет его на кусок. Мне не надо говорить, я уже понял, что нужно бежать. Уберись нахрен отсюда. Я понял, что нужно бежать. Третья попытка. Ну и что? Да хоть сотая, ебу. Беги, Бэтмен, Биль. Так, 120. Хрен тебе, понял? И Шаченко. Ну, 140, 100. О! Мало себе, вот это, так, куда нам бежать? 110, 107, 108, 109. Значит, в ту сторону. Не пикать нос гардемарины. Вот. Сиди, сиди, слушай, иди. Иди. У тебя унитаз, вся вода нах. Это последняя или еще там две будут штуковины? Одна будет. Одна будет. Ох, повезло. Повезло, нах. А мне всегда. Чуть воду. Вон гниль. А, вот она споринка, да. А больше никак, я знаю, что только бежать нужно было, на. Да что ты здесь бегаешь нахрен? Задолбал ты акулий мозги. Кстати, мы кидаем в него битарангой, как я поняла. Она металлическая. А у него какой-то как раз электрический вот этот ошейник одет. И он его как-то бьет электричеством, да, за счет вот соприкосновения. Вот. Все, жижа собрана. С металлом, да, наверное. И он из-за этого у него там что-то с головой происходит. Он бегает. Мне достаточно. Нужно вернуться в пещеру и сделать противоядие. Хо-хо. О, понимаю. Ты установил там гидроакустический маяк. Умно. Умно. Оракул, я убираюсь отсюда. А как же Крок? С ним проблем не будет. Взять образец пользователя. Да иди ты нахрен, ты отсюда, слушай, что ты такой приставучий?
Ух ты, пупок, да как же ты меня достал. Ох, прям три штуки пробил. А, вот, 450 метров, да? Понятно, куда мы забрели. Тихо, молчи нахрен. Блин, еще топать и топать. Ах ты, бабуин-то, ё-моё. Две штуки пробил. Что ты? А, две штуки, да. Пугает он нас, пугает. Так, начнем туда. Потом нам куда, как думаешь, направо-налево? Что-то там бубнит. Вот такие эти. Ой, мороз, мороз, падай прямо в навоз. Пузырики такие из воды что-то там говорит нам. Для бега дерьмо. Вот они как усложнили нам задачку немножко. Куда-то маленький. Тихо, я знаю, мне ж нужно будет бежать. Правильно. Правильно. Все правильно. Смотри, какой неугомонный. Какие у него штаны огромные, да, вообще? Ага. Неужели такие шьют? Шьют, для таких, как он, шьют, крокодилоподобных. Пошел ты сзади. 39. 30. Во. Он что, бежит, что ли, за нами? Так, я понял, что не туда, и там уже решеточка. Ух ты, ёб, бежим нахрен, бежим, 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 бежим. Пробил. А мы чё, а как мы туда пройдем? Я не перепрыгнул. Может быть... Блин, а куда ж ты бежишь? Ой, Бэтмен. Долго тоже нельзя стоять, видишь, он сразу появляется. Подожди, а как же нам пробраться? Да ёбок, он перепрыгнет. Ни хрена. Блин, ну он сейчас здесь все разрушит. А каким хером нам туда пробраться? Давай обходным путем пойдем. Круг, почему мы тебя... Ну, Бэтмен благородный, да, он не хочет тебя убивать даже, понимаешь? Ты понимаешь это? Жаба ты душная. Вот всегда у этих ворот он начинает это все пробивать. Чтоб нам пострашнее было. Да уж, сохранение идет. 100 метров осталось, чуть более 100 метров. Что, все нахрен? Ну что тебе опять надо? Что за хрень? Почему вот эта херня была? Может быть... Дерьмо. То есть нужно было нажать вниз сюда, наоборот, вниз. Задолбали. Укрока раздвоения личности. Что ты мне... А, вот сейчас будет... Может быть, там камера будет такая не очень удобная? Фуфловая, да, не будет. Будет камера фуфловая, надо будет нажать... Вот, вот сюда надо вниз нажать. Беги, Му-Му. Ух, фуфлово они сделали, очень фуфлово. Это очень плохо управлять, да ёбок. Ну каким хрен, зачем так делать, да ё-моё. Ох, он решил все выбить, зачем-то. Это, да психопат он, ё-моё. Ну давай, 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 выбежали, выбежали, все уже. Пора выбегать. Дальше он не пойдет. Шо, он еще побегу от страха, ха-ха-ха. Опа! Да зашли. А это что еще такое дело? Иди отсюда. Куда ты бежишь к нам? Неужели с ним драться надо? Что это было? Ой! Фу! А что с мудаком? Признаться, я думал, ты дольше продержишься.
Слушай, избавьтесь от убийцы Крока, заманив его в ловушку. Мы ж там какую-то ловушку делали. Да ё-моё, всё заново, ну вы охерели. Пробежать надо там. Вот фуфло, да ё-моё. Какая нахер ловушка? Тебе от меня не уйти. Подожди, нахрен. Это мне тоже показалось, там какая-то челюсть висела. Какая челюсть, нахрен? Где ловушка? Какая ловушка? Да отпустите, отстань ты, нахрен. Вот, видишь, что-то здесь какая-то... Мясо, что ли, да? Что вот с этим делать, фиг его знает. Где мясо? Что делать? Так, ты должен для начала добежать до конца, потом Крок появится. А вот что потом делать, я не знаю. Или вот, или что тут за ловушка? Что вот, что? А, вот, вот какая-то ловушка. Смотри, как ее активировать. Все. Появился. Я что, не успел, что ли? Блин, не успел. Не успел. Видела там такая херь, надо было нажать. Ну что, я не могу тебя видеть уже, хмыль ты цветной. И упал. Да, мудавское задание, конечно. А ты понял, что там делать-то надо? Надо нажать, да, херь. Там этот гель или как вот он. Только я взорвал, он не взорвался. Так, вот мы прибыли, пошел вон гад. Так, нам двоечку надо взять, да? Двойку. Да все, все, двойку бери нам. А вот там сейчас что будет за штука? Какая штука? Ну иди. Где штука? Вот иди сюда, сюда иди. Какая штука? Вот на стене, видишь, это что такое висит, мигает кнопочка. А я не знаю, бомба что ли какая-то, ну пять. А, ну вот смотри, звезды эту мышку летучую нарисовали. Значит, надо подойти к решетке и взорвать перед ним, правильно, эту штуковину? Я не знаю, что делать. Может быть, не надо ту херь взрывать? Какую? Которую ты сказала. Нет, я тебе говорю, внизу нарисована была летучая мышь. Ты не сказала, что это была внизу нарисована летучая мышь. Ты сказала... Ребят, сбоку. Скажите человеку, что я говорила только скажите что прямо это. Сейчас, прямо сейчас. Да, скажите, вот да. Скажите нам прямо сейчас, ага. Что я говорила этому человеку. Ничего ты не говорила мне. Если он не... Я тебе про эту ловушку и говорил, понимаешь? Я знал, что ее надо взрывать. Ребят. Ребятам о зверятах, да? Когда этого ган... погибнет этот гад плотный, а? Все пошел вон. Два или что там надо-то? Вот так вот козла надо было сделать. Я жму, Ф, жму. Бетыч, давай, выходи, выходи. Вот так, молодец. Нет, сиди там. Пошел вон, гад. Вернуться в пещеру, чтобы вывести формулу какого-то там. Пойдем. Так, нам куда? Мы сейчас где? Пошел вон. Туда, наверное. Нет, не туда. Уйди. Уйдите. Значит, на обратку.
Пошли в обратку. 5 возьмем. Так, ну-ка, что по табу? Блин, не туда, что ли, ё-моё, ну что за хрень? Туда? Сюда, туда, что ли, топать? Ой, только водичку не прыгай. Все, прибежали нахуй. О, челюстей, смотри, сколько. О, давай, блин, даже не один. Давай, подожди, не прыгай, не прыгай. Сколько мы сегодня поддохли во всех играх, нахуй. Да подожди, один возьми. Во, дай челюсть. Челюсти Риддера. Или Джокера. Детские игры играю. Открывай дверь. Что там такое? Старая канализация. Хорошо, туда валим. Нет, мы туда валим. Все правильно. И... Здесь ничего. Как я говорил, что Бэтмена там внизу склад, или пещера, или типа того. Так, мудак с оружием. 5 без оружия, 1 с оружием. С оружием красненький. Ружбас. Прощайтесь и лечи, сейчас вы все. Опять эти клоуны. Клоунов, где он их нахрен нанял? Как на таком удозвона можно работать вообще на психа? Что ты там делаешь? Что ты? Они сами психи, поэтому и работают. Что он там вызывает сигнализацию? Офигенно, наверное. Подмогу. Смотри, смотри. А? Лежит, лежит. Ух ты, нихрена себе, я никогда его не брал, смотри, получилось взять. Вот, видишь, учишься. Да как лучше, я же даже не знаю, как это сделал. Кто там еще? Ох, коробочкой какую-то кинули. Иди нахрен. Все, пшли вон, как говорится, пшли вон. Хочу идти дальше, хочу убивать, хочу проходить. Что это такое? Крогер. Вон там, да, кстати, вопросик. Да, я вижу. Думаю, ты тоже это ощутил. Растения сходят с ума. Сейсмическая активность зафиксирована во всех локациях. Это нехорошо. Ничего. Образцы у меня. Я возвращаюсь в пещеру. Нужно изготовить противоядие. Хорошо. Я бы поторопила тебя, но уверена, ты свое дело знаешь. Свяжись со мной из пещеры, если понадобится помощь. Оракул, мы знаем. Это его, по-моему, жена или что-то в этом роде. Помощница там было написано, мы читали. Так, а куда нам теперь щелкнуть? Ну куда? Что это было? Ты не упадешь, Бэтмен? Все, отпускайся, отпускай. Теперь куда? Сейчас по табу посмотрим. Странно. Значит, вот сюда пойдем. Где у нас проход? Сюда, что ли? Или мы отсюда пришли? Назад. Там ни хера. А куда ж ты там топать-то? В дыру, что ли? А вот сюда. Фу-фу. Вот так вот, нахуй. Садимся. И спускаемся. Валить что-то там такое. Ух, а что там за туман-то? Синий туман. Черепки какие-то лежат. Череп-жбан. Сканировать и открыть. А, это пещера Бэтмена? Да? Охренеть. Секретное место. Сканирует. А, вот он же хочет что-то там с этими сделать. Угу. С этими спорами что-то там. Чё ты такой? Мы что, прыгаешь там должны? В своём, так говорится. Пойдем варить, давай. А где варить его? Не варить, а что-то там сканировать. Ладно, давай, вот всё сейчас само пойдёт. Сложнее, чем я предполагал. Ну, как всегда, уже готово, но это сложнее. Процесс крайне медленный. И в результате получается малое количество противоядия. А хорошие новости есть? Препарат точно остановит клеща.
Кроме этого, возможно, он обратит трансформацию, вызванную Титаном. Я запрограммировал компьютер на дальнейшее производство. Но мне нужно вернуться к поискам ключа. Слава богу, ее растения уже добрались до реки. Труба нахрен. Бэтмен! Брюс, что с тобой? Сейчас мы... О, живой, живой, зашибись. Какого плюща нам надо найти, не понимаю. Все хорошо. Что, у нас новое оружие теперь? Смотри, новый ружбас. Ультра-бет-коготь. Улучшенное снаряжение для бет-когтя. Позволяет спускать 3 крюка одновременно. Позволяет разрушать непрочные стены, на которые трудно нанести взрывчатый гель. Ух, нам еще эти стены искать. Да? Бет-коготь. Понюхал, посмотрел. Ну что, беточ, пойдем. Так, а что я по табу? Что это такое новое? Не дать растению плюща уничтожить остров. Ну каким хреном нам не дать? А что нам делать? Что, получается нам просто свалить отсюда надо, да? Этот путь перекрыт растениями. Нужно найти другой выход. Да? Вот это походу сейчас нам предстоит... Ну-ка, шестерка что ли? Шестерка, да? А, это тросомет. Подожди, один. Это тот же бет-коготь, только он улучшенный. А, понятно. Хорошо, где нам надо найти путь? Вон там, что такое? Только прямо он делает. Хорошо, что здесь? Их, давай, что это такое? Ага, это что такое? Вот тросомет, наверное. А, бет-коготь этот. Улучшенный. Что дальше делать? Тянуть. Пробел. Вот хорошо разработчики подсказывают, а то хер знает, что делать-то. Есть такие игры. Я думаю, что Ф, наверняка Ф. Ф, да. Подсказывают, что делать. Нужно X включить, да, вот так. Ну, приятно играть. Игра во всех направлениях нормальная, то есть. Ну, не застрянешь, в общем-то. Можно и застрять. Что тут такое происходит? Что тут происходит? Вопросики? Да? Так, на Москалу, правильно. Потом туда, потом туда. Потом сюда. И потом в дыру. А зачем в дыру? Потом сквозь дыру. Потом сюда. Фу, не понимаю. Ну что тогда, мы... А чё мы делаем-то? Я даже не знаю, что нам делать. Пойдёшь чё-нибудь? Поближе надо, наверное, пускать. А сюда запустишь? Так, а что же делать? Смотри, не хочешь... Оп! Сам куда-то... Подожди. Мы отсюда выперли, правильно? Нам сюда не надо, это по-любому. Так, если я попробую полететь? Я же не долечу, правильно? Да. Вот это что тут такое? Ф, уступ есть куда-нибудь? Может, режим детектива включить? Ну, детектив нам, может быть, и ничего не сделает. В детективе как-то хорошо, синенькое такое все. Да. Все хорошенькое. Хорошо, похрену. Не хочется, чтобы Бэтмен даже хоть раз такой... А куда ты хоть будешь лететь-то? Вот сюда куда-нибудь. Может, он сейчас запустит что-нибудь. Труба нам. Куда мы прилетели? Обратно, что ли? Блин, обратно. Ладно, он всегда может остаться в живых.
Вот. К вопросику, да, наверное? Беточ, молодец, все, зашибись, успел. Понятно. Как назвать того, кто не смог решить 3/4 моих загадок? Бэтменом? 3/4, да иди ты. Значит, мы что-то там не разгадали. Что здесь, ёптой налево? Туда, что ли? А, ну, как? Теперь, может быть, трос этот использовать. Нет. Поближе вон там. Сейчас, подожди-ка. Не цепляется. Хорошо, что там у нас еще есть? Скалолаз-то наш. А что у нас есть? 1, 2, 3, 5. Вот, пятерку надо. Так а ты его не использовал разве? Я тройку использовал. А я-то думала, что ты его использовал. Я бы тебе подсказала тогда. Что это такое за дыра? Походу это пятерка, да? Нет, это тройка. Не пролезаешь? А куда? Попробуй. Вот я. Понятно. Опанзы. Еще выше, еще. Сейчас мы дойдем до сохранения, игра прет. Так, 5, да? А тут мы вроде шли. Да? А может нет? Не знаю. Наверное, шли, да. Думаешь, шли? Нет, не знаю. Нет, не шли. Что это за хей? Все, здесь сохранение вот крутится. Наша штучка самая хорошая. Всегда она такая везде крутится. Здесь мы тогда и закончим нашу серию, что здесь такие... Подписывайтесь на канал, чтобы тебя в ВКонтакте комментировать, что делать. Всем удачи, пока, смотрите наше вождение. Спасибо за подсказку. Пока.